здесь нее посмотреть. На Зеленом углу я в первый раз, хотя всю жизнь живу в Владивостоке. А в салонах сейчас очень маленький выбор, в наличии нет никаких машин. Популярность не только среди горожан нашего города, вот, а в принципе всего всей России, даже ближнего зарубежья. Потому что до сих пор авторынок предлагает довольно качественные, вот, и конкурентно способные автомобили японского производства, которые даже несмотря на свой почтенный возраст не уступают новым автомобилям, произведенным на территории России.